Всем здравствуйте, с вами Спидерелкс, и сегодня я продолжаю проходить игру под названием Инфра. К этой игре вышло дополнение под названием Метро. Ну, и как вы понимаете, игра мне очень понравилась, поэтому почему бы и не сыграть? Дополнение, если что, бесплатное, можно скачать на мод Database. Вот, нужно выбрать новая игра, и вот здесь как бы Инфра Underground. Вот, описание я сейчас вставлю, ну, нам опять нужно работать. Так, здесь есть, получается, 3 главы, 4, вот это, наверное, какая-то секретная. Что ж, давайте же начинать. Так. О, я еду в машине. Привет, Марк. Нужно, значит, проверить этот дом, потому что был ураган. Ну, здесь что-то про это, наверное, пишется, я перевод вставлю. Вот. Ну, что-то про это, нам просто... Если что, здесь нету никаких субтитров и почему-то очень тихая озвучка. Ну, по описанию мы должны проверить, значит, дома, как я уже говорил, потому что в Стальбурге, ну, в этом же городе, ураган. Вот. И вот этот первый дом... Кстати, он был на, получается, превьюшке, или как это называется, на обложке этого мода. И субтитров, как я понял, здесь нету, потому что у меня там стоит как бы только диалоги. Так. Я надеюсь, что в доме кто-то вообще будет. Но, как я понял, я должен сам, самостоятельно, своими руками пробраться. Но я думаю, это будет... Очень легко сделать, это чё? Так, индикатор фокуса на экране камеры изменяется, когда вы смотрите на то, что необходимо... А, ну это я уже проходил всё это. Вот это крипово. Так, дальше на фонарик, но это уже все было. Так, а вот и... Ну, знаете, приличный такой домик по размеру, хотя это таунхаус, наверное. Ну ладно. Так, здесь везде закрыто. Ну, я думаю, вы все знаете обычно, где хранятся ключи. Либо под ковриком, либо где-то в кустах. Я не знаю. Либо можно просто выбить окно. Так. Возвращайся с ордером. То есть, текстуры, значит, здесь перевели все-таки на русский язык, хотя в самом начале не было. Блин. Не заметил. Так, то есть здесь как бы вообще насрать, что я вхожу в чужой дом. Ну, ладно. Допустим. Так, что здесь у нас? Какая-то писательная комната. О, сауна. Так, свет можно включить? А, здесь, наверное, от камина. Ай. Так, мне пока что нравится этот мод. О, записка. Господи, как мне это прочитать? Короче, опять шторм, что-то там я должен чему-то следовать. Не знаю чему, но по ходу дела разберемся. Я опять же таки вставлю перевод. С переводчика, конечно же. Так, дальше здесь получается... Опачки. Так, это я знаю куда. Точнее, я не знаю, поэтому я пока что сюда положу. Так. А, все, теперь я понял. Я надеюсь, я смогу включить свет. О, батарейки. Ну просто сейчас будет легкий квест, нужно просто будет найти эти всякие красные штуки. Но пока что я хочу изучить дом. О, господи. Disgusting. Кто не смыл за собой? Это надо сфотографировать. Я не знаю зачем. Это, господи, здесь так воняет, здесь мухи летают, надо смыть. Фу, надо это выбросить в окно. А, погодите, погодите. Интересно, я смогу? Нет, окно. Ой, стекло помешало мне сотворить это. Так, ну ладно, все-таки мне нужно экономить батарейки.
Поэтому я... О, задний двор. Так. О. Музыка играет, слышите? Так, здесь открывается, получается, замечательный вид на Стальбург. Ну, как сказать, замечательный. Какой-то он блеклый, блеклый. Так, ну ладно. О, это как бы что-то типа второго этажа, то есть... А, то здесь второй, и там первый, я понял. Не, там он какой-то промежуточный. Блин, вот это я по... Вот это я понимаю, район, конечно, крутой. С этим не поспоришь. Так, здесь и у них кухня своя есть, но все-таки понятно. Как-то странно, что она получается на втором этаже. Я просто не понимаю, это то ли там подвал, то ли это первый. Так, вот здесь уже говна нету. Еще третий. Блин, какая же здесь детализация все-таки крутая. Опять же таки, уже 300 раз говорю, я сравниваю с другими сурс-играми. Детализация просто здесь, она какая-то, ну, нереальная. Так, здесь закрыто. Так, ну, сейчас я весь дом обследовал. О, я здесь еще не был. Ага. Есть вот это третье. Так, вставляем ее. И нужно теперь найти третью. Вау. Как это мне все нравится. А вот эти открывать нельзя. О. Здесь, наверное... Блин, у них здесь свой сад есть. Ну, так называемый сад, конечно же. Ведро. Зачем-то его сделали, чтобы его можно было... А, серьезно? У меня уже дофига? Так, получается, второй этаж я обследовал. Ну, покажет, куда я только могу. Вот все я там изучил. Сейчас третий этаж. Ага, так, там перегородка, там, наверное, соседи или что-то типа этого. О, хакер. Стальбург для стальбургцев. Голосуй за местных. А можно присесть, там что-то поделать. Ой, так, я нашел ключи. Блин, здесь еще все. Вот здесь не переведено, и сложно мне прочитать. А, здесь. А, это почта, господи. Вот это Осмолют, это пиво. Здесь много рекламы. Будь занятым, что-то там. Закрывайся, напишет Эрки. Ладно, я надеюсь, что я все пойму без этого. Потому что я не переводчик. Ага, и вот здесь еще три, получается, комнаты. Ага, здесь пару... Блин, нужно... Ой, протекает. Блин, нужно пароль найти, либо его нужно из этой переписки извлечь. То есть здесь нужно прочитать, что написано, и потом эти все знания прочитанные применить там, где это нужно. Ну ладно, я пока что буду тестировать, ну, проверять ключ на разных дверях. Может, какая-то откроется. Так, это закрыто. А, видите, это... Получается, сквозной. Вот. Да? А, понятно. Как там я был? О, может, все-таки что-нибудь в этих кустах есть? Нет, я думаю, что нету. Так, теперь опять спускаемся вниз. А, это была дверь. Закрыто. А, точно, там сауна. Я думаю, что... О! Блин, я промахнулся. А, вот здесь. Все, да здравствует свет. А? Что ты сказал? Он как-то тихо все почему-то говорит. И вот прям вообще, я не знаю почему. Так, ага, здесь, наверное, то самое пиво Космо... Или Осмолют, наверное. О! У меня уже изначально было много батареек? Или я только одну пару могу себе впихнуть и все?
О, может в этом... Теперь у меня будет мания, теперь я буду всегда проверять, где эти кусты. Фу ты, что в кустах что-то лежит. Так, ну поскольку мне дали свет, значит, я могу... О, вот. Теперь я могу везде включить свет. А, в этом доме нету выключателей. Но, значит, лампа есть, а выключателей нету. Очень странно. Что это? А, точно, я ж могу так приближать. Play of Sins. Наверное, фильм или игра какая-то. О, газета. Так, господи, все на английском. Какой ужас. Здесь опять новости какие-то городские. Там было сказано что-то про налоги. Ох, вот это крепота! И вообще не понятно таких людей, которые это в доме хранят все. Просто как они не обсираются, когда они, допустим. Ой, все открывается. Например, в темноте это видят, с фонариком ходят. И просто видят эту картину, но это ж кирпичи-то можно наложить. Как в том туалете. О! Can't carry any more of Как this. всегда. Пистолет. И записка. Так, ну это нужно сфоткать, наверное. Очень интригует. Так. А, пароли. Так, 1420. А. Ладно, это было легко. Это можно сказать, было очень легко. Так, 14. 14, 20. Ух, все. Ага, так, здесь получается семья показана. О, здесь проигрываю. Что ты сказал? Так, ладно, здесь... О! Пропуск. И какие-то структурно-аналитические дела. А, погодите, это геометрия, это курс за 7 класс. Хотя не, я думаю, за 11. Так, здесь опять... О, книжка. Но ничего интересного здесь нету, только это. Я сейчас потом хочу сюда сходить и потом прослушать. Так, потом я еще в метро полезу, но это будет уже в следующей главе. Ну, возможно, даже и серии. Да. В следующей серии. Так, о, это то, получается, куда я не мог попасть. Что? Я могу пожмякать эту утку. Но почему-то... Ладно, это, наверное, просто аксессуар. Блин. А, о, это секретный лифт. Так. Сейчас тогда я хочу найти... Во-первых... Can't carry any more of this. Так, мне нужно прочитать... вот эту... Ой, прослушать точнее. Может, я что-нибудь пойму. We're really close to breakthrough, I can feel it. I know it's been a long time to get here, but it's all been for you. Every minute of work, every experiment, just a couple more parameter scans will nail down the formula, and then we've got it. No one will ever suffer again like you did. Your death won't be in vain. There have been sacrifices, the people in the neighborhood around the lab. Well, I know they'd be proud of what we had to do. You'd be proud. You'd be so proud. So much work. Different varieties, different formulas, different processes. So many setbacks. The storms have been constantly blowing up the fuses, and the city is having trouble keeping the electricity running, but we are almost done. When we are, well... We will be able to cure people. Everyone. And Rosalina. Rory, it feels like the time when we were little, when we ran off and Rosalina found us. She took all of our money in exchange for not telling Mom and Dad. And of course, Angela and your children, you'll be able to see them again. I better get back to work. End record. Так, как я понял, он обращается к своему брату,
И он обвиняет, у них, получается, у них был что-то типа общего бизнеса, это так я понял, если что. Я рассказываю, как я понял. У них, получается, рухнул бизнес, наверное, и он обвиняет в этом своего брата, то, что он очень гордый и вообще он ЧСВшник. Вот. Ух, дверь прям так закрылась, ну ладно. А, я думаю, я вниз спущусь. О, ну тут уже тюрьма. О, карта Стальбурга. Блин, крутая бы, я думаю, игра с скрытым миром получилась с такой картой, наверное. Не, ну, я имел в виду, что эта карта очень похожа, как будто игра какая-то с скрытым миром есть. Не знаю почему, но ладно. А, точно, это надо сфотографировать. Я постоянно забываю, что у меня есть такая крутая возможность. Чел выращивает грибы просто, я не знаю. Ты не смыл еще за собой. Но это мы выяснили, почему. О! Что? Ебу! А, погодите, манекены? What the hell is going on? Это манекены! Музыка еще страшно играет на фоне. I still have 9 packs of batteries left. I am sorry to do this, but you shouldn't have wandered off from your survey. These are delicate matters that don't belong to you in the slightest. Your little misguided, curious inspector.